Привет. Давай еще раз. Привет, передаю этим подписчикам. Этим подписчикам. Подписчикам, которые... Подписчикам, которые... наши. Подписчики наши. Что? Ничего передай. Ну, передай, не знаю. Большой, пламенный. Всем привет. Торнадо ждет, рулит, любит. Море рядом. Еда рядом. Мы всегда рядом. Ну, сильно близко так не надо. Что еще передать? 2 рубля. 2 рубля рядом. Погода 27 по плюсу. По плюсу? Да, вода теплая. Вода теплая. Море. Рыба. Да. Ребят, я сейчас взял рыбку. Так что замолчи. Торнадо. Я расскажу. Не надо. Потому что это правда. Не надо. Я пойду. Не надо. Дядя. Какой ужас. Ребят, я сейчас решил пообедать в торнадо. Вот, взял, короче, рыбку. Но правда красную. Какой ужас. Мне посчитали ее 750 рублей за кусочек. Вот, и я, в общем, заплатил и съел. Вот, и я понял, что больше я рыбку кушать не буду. Вот. Ну, я не то чтобы жаловаться, знаете, просто, ну, как-то так получилось. Вот, решил попробовать рыбку. Вот такое количество людей сегодня на пляжу. Лежу на пляжу, я и млею. Ветер сегодня северный, ребят. Вот. Северный ветер. Волна немножко поднялась. Ой-ой-ой, спина дует. На спине висит рюкзак. В рюкзаке лежит камера. Я уже тут наснимал немножко, пофотографировал. Вот, и, в общем, видео понаснимал слегка. Сегодня тепло, но ветрено. Вот такая вот у нас погодка. Люди все еще имеются на пляжах. Буду стараться так, чтобы попадать в кадр немножко. Вот, на камеру. Ну, это такой режим на камере у меня. Интересный, чтобы вы меня видели. Вот, иду и снимаю. Так, куда пойдем? Вон туда или вон туда? Мне все равно, куда идти. Нас очень трудно сбить с пути. Ну, конечно. Так что, когда смотрите, вот еще раз предупреждаю. Всякие тут вот татушки стоят, там кони вот ходят. Или кто бы ни ходил, всегда смотрите сначала цену, а потом... Пользуйтесь их услугами, потому что платить потом придется. Знайте об этом. Вот, и пользуйтесь услугами Аэрофлота, как говорится. Или Сбербанка. Вот такая вот у нас погодка сегодня классная. Сейчас приду домой. Что-то меня в сон клонит. Сегодня не выспался. Вот немножко вздремну, потом пойду монтировать видос. Вот, очень надеюсь, что у меня хорошо получится сегодня. На канале Валерич Архипосьмовка будет видео. Хоть и недолго, а коротенькое такое видео. Потому что я сегодня снял немножко. Вот, люди все еще имеются, ходят туда-сюда. Дельфинарий. Так, я, наверное, себя перемещу вот сюда.
Вот так вот. Есть парк Малибу. Иду просто с телефоном, без стабилизатора. Сегодня такой ленивый. Хотел взять стабилизатор, потом понял, что дует ветер. Взял петличку, повесил. Думаю, дай попробую я снять что-нибудь с петличкой. Проверил ее, петличка не пишет звук. Не знаю почему, может быть переходничок нужен. Может быть еще что-то. Вот такая вот у нас ситуация. Сейчас в парке Малибу вообще тихо, спокойно. Никого нема. Рыбалка крутится. Тут нужно ловить рыбок или жабаков. Кто это там такой, я не знаю. Крутится биоробот. Он что, пустой крутится? По-моему, пустой совсем. А, нет, один ребенок там есть. Ребенок, которому лет, наверное, под 45. Да, вон он, на зеленом. Вот. Вот там вот он. Да, я представляю, как ему уже тошно. Вот так вот. Паровозик детский. Очень удачно сделан. Такой, ну, потешный, симпатичный паровозик. Друзья, кто не успел приехать к нам отдохнуть, приезжайте, всех приглашаю в Архипоосиповку. Мне, честно клянусь, все равно. Вот. Но будет ли поселку от этого прибыль или не будет? Потому что у меня тут свой источник дохода. Вот, и я, в общем, счастлив вполне. Мне хорошо. Итак, ну я вам желаю счастья, здоровья и всего самого хорошего. Чтобы у вас были воспоминания, вы отдохнули хорошо. Вот, и, в общем, чтобы вы были счастливы, друзья. Вот и все. Ну, вот такая коротенькая прогулочка у нас получилась. Многие, привет, привет. Многие спросят, тебе какая разница, да? Счастливы мы или несчастливы? Разницы нету. Ну, поверьте, для меня есть разница. То есть, если вы будете несчастливы, от этого мне счастье не прибавится. Поэтому лучше будьте счастливы. Вот и все. Привет, привет. Вот такой танк. Ну все, в общем-то, друзья. Сезон заканчивается. Но люди на пляжах еще есть. На этом всем спасибо за внимание, друзья. Мы уже пришли, гостиница «Жемчужина». Увидимся с вами на канале Валерич Архипоосиповка. Потом я его опять переименую в просто в Валерич. Всем до скорых встреч!